сказано Моге Ладу, у нас завтра утром есть утренний урок, нужно сделать подготовку, все мы вместе, все мировое кли, подготовка к мировому, к утреннему уроку. Я должен прийти к Хиссарону на утренний урок. Этот Хиссарон, в котором я прихожу на урок, я раскрываю, где? Я ненавижу, не хочу приходить на утренний урок. Какая подготовка должна быть? Нет, не ищи ненависти, опять вы начинаете. Так я должен прийти с Хиссароном. Не нужно тебе такого Хиссарона, ты должен прийти с любовью. Только с единой, только одна цель существует. То, что мы раскрываем на пути, это не твое дело. Раскрывается, раскроется. Нет, так нет. Ты должен тянуться только к одному. Это все. Если в пути ты раскроешь, что ты не можешь, ты не понимаешь, ты не знаешь, и это раскроется, да. Я хочу быть умным. В пути я раскрываю, что я пока глуп. Ну и что? Так я что, должен раскрыть, что я глуп? Нет. Я должен видеть конечную цель.